Один из самых необычных концепт-каров на выставке в Токио представила Toyota. Одноместные FV2 управляются без руля и педалей. Есть много предметов, которые реагируют на движение человека, например, телефоны или игровые приставки с сенсорами движения. В современных автомобилях все еще используют привычные механизмы, такие как руль и педаль тормоза. Мы же подошли иначе и создали концепт, которым могут управлять даже дети. Звездой шоу стала и новинка от Nissan – трехместный спортивный электромобиль Blade Glider. Электромобили обладают уникальными характеристиками, которые представляют водителю гораздо больше возможностей, чем обычные машины. Второй год подряд в токийском автосалоне не участвуют американские производители.